Всем привет! Так-так-так, чем нас порадует календарь праздников? О, так сегодня же 27 ноября, а значит сегодня день морской пехоты. Я слышала, что к 2050 году планируется создание высокомобильной боевой машины-амфибии, которая будет приспособлена к любым климатическим условиям. Для общего развития рассказала вам немного о будущем, а теперь, как всегда, поговорим о прошлом. А так как праздник морской пехоты стали отмечать после 95 года, то и статей подобающих нет. Но унывать не нужно, немного морской тематики все-таки имеется. Рыбные консервы вкусные и питательные, содержат витамины, жиры и фосфор. В магазинах можно купить консервы минтай, обжаренный в томатном соусе, или завтрак туриста, в составе которого обжаренная рыба, лучок, крупа, специи и томатная паста. Консервы из сельди и васи придутся по вкусу тем, кто любит нежную, нежирную рыбу. А еще консервы из тавриды. Интересно, я пробудила у вас чувство аппетита? Лично я из всех рыбных консервов предпочитаю только сайру. На этом морская тематика не заканчивается. В 1969 году отмечался необычный юбилей. Работник охраны нефтехимического комбината Александр Черниговский отметил в этом году два юбилея – свое 60-летие и 40-летие рыбака-любителя. Праздничный стол украсил большой рыбный пирог. Можно сказать, что это увлечение длиною в жизнь. Но есть у меня на примете еще одна статья от 1988 года, на фоне которой 40-летний юбилей – цветочки. В эти дни у Сергея и Матрёны Яковлевых 70-летие супружеской жизни. Забывая о своем личном благополучии, они всегда проявляли родительскую заботу. Сейчас юбиляры воспитывают внуков и правнуков. Представляете, они поженились в 1918 году, 100 лет назад. А вы смогли бы прожить с одним человеком всю свою жизнь? Скажите прямо сейчас своей половинке слова любви, а почему бы и нет? Желаю вам долгих, крепких и счастливых отношений. Плывите по жизни уверенно и вместе. Всем до завтра. Пока-пока.